Если вы поможете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Можете. А что с Фрингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Вы еще как следует не поздоровались, а уже плетете интриги? Такова наша натура. Меня слышался? Ты уговорила императора простить их? Если они помогут защитить Цири. Что-то не верится, что он пошел на подобную сделку. Не хочешь — не верь. А что там с Фрингилией? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому, что она сидит скованная Дримеритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. Она откуда знает? Ее саму едва выпустили. Перед тем, как ее схватили, она встречалась с Фрингилией. Та сказала, что император ее вызвал, и что после встречи она объяснит, в чем дело. Больше Фрингилию никто не видел. Я думал, такие драматические исчезновения происходят только вблизи Родовида. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда все кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдем, все уже нас ждут. Да ну его. Все уже здесь, мы ждали только тебя. Отплываем? Поднимаем якоря. Теперь мы знаем, где его величество Эмгир Варемрейс. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает, там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной империей. Здесь есть и свои плюсы. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Вигу. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Виго. Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Аэнейли. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Дилиан с белых кораблей? От
Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфских. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Вы можете телепортировать меня на корабль Ингера? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорская почивальня. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилия нам нужна невредимой. Я сам проберусь на корабль императора. Вплавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал и что получит взамен. Я пошел. Удачи. Человеку в беде. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Не стрелять! Это ведьмак! По приказу императора, не стрелять!
Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее двемерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, в Арцкеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. Меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Черные псы решили нас запугать своими посудинами. Да видел, видел. Где Машавур? У Лугаса. Анкрайт на троне по-прежнему мешает ему, как заноза в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот друид и поехал к этому пустоголовому. Попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Машавуру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему... А, ничего не говори. Друид сам разберется. Прощай. Если слабая рука его нет. Правда? Бледный ты. Тоже вчера... Не поможешь человеку в беде. Эй, ведьмак, не ищешь ли работы? Рори, не жри столько! Это еще почему? Потому... И вся эта селедка с кишками перемешается. Тебя уж точно не спасу. Вот я рвяный говорю. Человек, эй, ведьмак.
быстрее. Держи. Вперед, плотва! Но! Давай, плотва! Убийца, чувач. Уве, ну хватит уже. А мой отец бьет черный.
слабая рука его нет. Чего еще хочет Крат? Ну в чем? Я не встану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю Краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Как это назвать, если не изменой? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Воняет трусом. Да, Геральт. Как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет. Я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами, однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву.
Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами, а Эн Сиды никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще порасспросил овцов жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Рыбьи Жабры? Так его прозвали. Потому что он часами может оставаться под водой. Никто не знает, как он это делает. Но у меня есть кое-какие подозрения. Вижу, ты от него не в восторге. Ничего личного. Его отца и деда я тоже терпеть не мог. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральт. Предки Матиаса и Эрлинга еще 100 лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Правда, что в крепости кровища до потолка прыгнула. Будешь тут пешком убивать? Ветер.